Не самые простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Не самые простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Не самые простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Не самые простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Не самые простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. И игра началась. И игра началась. Вперед, и игра началась.
Вперед! 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Не самые простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Классическая схема 4-3.